сегодня видео буду снимать на своем приусадебном участке. И не удивляйтесь тому, что я вам сейчас покажу. У нас в конце огорода целый сосновый бор. Когда мы купили дом, то очень хотели, чтобы на нашей территории росли сосны. Поехали в питомник, купили саженцы. Она еще спросила, сколько вам? Мы говорим, ну штук 10-15. Она вынесла пучок, который помещался у меня в руке. И они были такие маленькие, сантиметров 10, не больше. Я честно высадила все 50 штук, которые там были. Вот. Это Дашка, наша овчарка. Вот. И прижились только 15 штук. Вот сейчас они выросли высокие такие. Смотрю, какие-то есть повыше, пониже. Вот. Пушистые, зеленые такие. Ну, это было лет, наверное, 12-15 назад. Вот. Короче говоря, они нас радуют. Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то щедростью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. За слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Спасибо, жизнь, что я пред тобою в долгу, за прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще сумею и смогу. Спасибо, жизнь. Воистину спасибо.